Ужасы и кошмары Лазурного. Еще вчера здесь было чисто. Сегодня море привезло вот такую вот хрень, которая оккупировала весь берег. Даже зайти в море стало просто страшно. Из-за этого в Лазурном почти нет людей. Несмотря на разгар сезона, пляжи полупустые. Даже страшно в море заходить. Это просто кошмар. Вот такая вот тина, в которую заходишь просто по колено. Вот. Просто вот куча этой морской жижи. И она везде. Все это на центральном пляже. Это просто ужас какой-то. Везде это тина. Дети играются в зеленой жиже. Люди сделали хотя бы какие-то проходы, чтобы можно было зайти в море. Ужасы Лазурного. Летний сезон 2018.